теперь мы его зажмем, чтобы колечко всю. Не будем как бы проверять. Это обычно детям проверяют. А что такое? Что? Что такое? Он может проверять, Буратино ты или нет? Что ха-ха-ха? Не ха-ха-ха, как бы это очень быстро выяснить. Без всякого ха-ха-ха, как бы. Посмотрите. Это дятел большой. Пестрый, молодой. Не можем определить пол, потому что у него голова не линяет. То есть здесь вот, смотрите, у молодого шапочка красная. А можно попробовать? Что попробовать? Погладить. Ну, видишь, погладить. Видишь, я его держу самое опасное, так? Ну, вот, шапочка красная. А у взрослой самки будет полностью черная голова, у самца будет красная на затылке такая полоса. Поэтому я на затылке смотрю, и растут ли новые перья. Если будет черненькое перо расти, то будет самка. Если значит, красненькое, то самец. Но здесь ничего еще не растет, еще маленькая птица. Я измеряю длину крыла. Это стандартный параметр, который позволяет нам линейный размер птицы определить. 140 миллиметров. Надо трогать. Такой. Теперь Алиса. Посмотрим, он меняет перение. Это молодая хороший. Птица. Да, вот у него, значит, раз, два. Раз, два, три, четыре, пять. У него ну, платье, пять конечно. Старых. Как у тебя? Да. В черном, это не платье, да. Это юбка. Ну, какая разница? Ну, надежда. У него в горошек. Ну, да. Значит, 140 миллиметров, 5 перьев старых, 5 перьев новых. Он царапается, да, так. Жира есть немножко. Это смотрим, и птицу взвесим. Вниз головой. Вниз головой. 75, почти 76 грамм, 75,8. То есть вес такой, не самый большой, хороший дятел такой, осенний весит почти 90 грамм. Сейчас давайте я его подержу, потому что дятел, так вот его я держу, чтобы он не клевался, вот так я подержу для фотографирования. Только фотографируйте быстро, потому что клюется. Не-не, вот сейчас вот не надо его ловить. Ой-ой, перышко. Не надо, вот перышко или два, вот сейчас он мне... Осторожно. Ну, красивый какой. Красавец. Только он клюется, как бы больно. Возьми себе перышко, возьми, только больше пальчиков. Видите, как бы клюется гад, я его сейчас все кольцевал, взвесил, измерил и выпустил. Опа! Улетел. Да, ура!